Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Дюранго. Как помните, в прошлом выпуске мы поставили выводиться вот этого красавца. Естественно, я так понимаю, что он вывелся, но чтобы его получить, нам с вами нужно освободить какого-нибудь динозавра. То есть это будет, естественно, протосератопс, другого выбора нету. У него в сумке ничего нету, здесь написано 0 из 100. Освободить, до свидания, и забираем с вами нашего пикторатора. Он получился классом С, обнаружен показатель бонус, увеличение атаки уровень 1, а это что-то новенькое, потому что у других у меня такого на самом деле не получалось. Но все же он должен быть по-любому сильнее, чем те динозавры, которые у нас с вами были, потому что просто он выше уровнем, и, ну, по скорости примерно такой же. В этом выпуске в первую очередь я хочу по-быстренькому раскачать 30 уровень, потому что нам чуть-чуть до него осталось, и на 30 уровне разблокируется огромное количество новых умений, но самое главное, разблокируется возможность приручать новых динозавров, и именно это мы с вами отправимся сделать. Я так понимаю, что весь основной контент здесь находится на максимальных уровнях, то есть ближе к 50-му, если я все правильно понимаю. Мы грязь, нужно добыть торф, поддай жару, что здесь у нас с тобой? Перчатки нужно сделать, здесь питание для будущего скота. Нужно что-то скрафтить, протокаши и пища для травоядных. Я, честно говоря, не знаю, что это такое, но попытаемся разобраться. И как зауролов в бочке? Секундочку, что нам нужно? Просто сразиться с ним? Итак, твоя цель, зауролов, доказательство убийства, принеси мне вот что мясо. Понятно, хорошо, но 731 опыта, вот это круто. Мы с вами почти на месте, если не ошибаюсь, у нас про зауролов, но здесь они просто названы зауролов. Они ни разу вообще не попадали в выпуски. И они здесь огромные. Они здесь просто нереально огромные. Слушай, а приручать его вообще можно или нет, мне интересно. Давайте с вами... Ладно, все это само убралось. Наверное, прям сразу сходу сильным ударом долбанем. Не получилось. Пикторраптора нужно будет сейчас покормить, скорее всего. Хотя нет, он прямо сходу нам помогает и очень больно получает от зауролова. Давай. Слушай, они прям жесткие. Ну-ка, уворот. Хорош. Сильный удар. Вот, совсем другое дело. Потому что я его совершенно не мог пробить. Еще раз, уворот. Отлично, еще плюс один защита. Вот это я понимаю. Я думаю, что их можно приручать, но скорее всего. Просто возможно, умение приручать их будет с 30 уровня. Ну же, давай, добей его. Не получается сильный удар провести хороший. Вот, хорош, наконец-то. Падает без сил, сейчас мы его добьем. Но на самом деле, я думаю, его даже, наверное, можно будет приручать. Сколько с него мяса будет? Всего 2 кусочка. Чё так мало, игра, камон? Такая зверюка огромная, это же жесть. Ну просто гора какая-то. И всего 2 кусочка. Секундочку, мне вот что интересно, мне пикторраптора нужно кормить или нет? Меню животного. Удовлетворение 432 из 450, то есть это ничего делать не нужно. И вот там вот дальше в 500 метрах нам с вами нужно будет сейчас собрать торф. Но я это уже сам быстренько сбегаю и сделаю, и мы с вами увидимся обратно в городе. Секундочку, это кто? Бледно-розовый протоцератопсик. Мы с вами, кажется, такого даже не видели еще. 23 уровень, но я не думаю, что мы его сейчас сможем приручать. Даже если можем, то нам его просто некуда девать. Я, конечно, понимаю, что я сейчас очень много опыта с этого не получу, но все же давайте посмотрим. Выполнено 2 задания, то есть закидываем сюда торф. 374 опыта. И второе задание. Вот здесь у нас с вами должно, если бы не ошибаюсь, быть побольше. 731. Хорошо, плюс мы с вами можем зайти в задание. Сдать вот это дело. Еще 641, секундочку. Выполните забой 10 раз, выполните 4 задания, выполните сбор или добычу. То есть здесь тоже у нас с вами очень большое количество опыта, это нужно выполнять. Но прямо сейчас у нас с вами нужно сделать перчатки и растительный корм. Предмет со свойством растительный корм, это ягоды что ли какие-нибудь или что? Я на самом деле думаю, сейчас нужно еще и поесть, тем более у нас с вами еда есть. Восстановить выносливость. Но здоровье мы с вами восполним только если сядем отдохнуть где-нибудь. Ну оно так само по себе еще немножко восполняется. Я просто не понимаю, здесь есть гнилое дерево, в гнилом дереве у нас с вами присутствуют грибы. Но сбор его только на 30 уровне. Ну-ка посмотреть навык, дикие семена на 30 уровне, у меня этого еще пока что нету, понял. Вот это на самом деле забавно, я объехал все и не нашел ни одного куста с ягодами или дерева с плодами здесь. Только вот эти вот грибы и все, но я их собрать пока что не могу. То есть вот это задание пока что невыполнимо для меня. А вот здесь вот перчатки. Хорошо, это на самом деле гораздо проще. Давайте быстренько сделаем. То есть это одежда, митинги. Либо, может быть, митинги, может быть, я неправильно произношу. Но самое главное, что мы с вами сейчас быстренько отдаем это задание. Секундочку. Выполняется. Что не так? Доставить в пункт разгрузки. А, секунду, это не пункт разгрузки. Все, я понял, конечно же. Вот здесь у нас с вами пункт разгрузки. Быстренько все с вами скидываем. Компания.
Ну, то есть нам с вами нужно просто немножечко прокачаться, чтобы получить 30 уровень, и тогда у нас все это дело разблокируется. Еще что-нибудь здесь есть? Достижение. Достигните 10 уровня навыков строительства. Хорошо. Камушки. Соберите мясо. Я вспомнил. У меня где-то здесь было классное достижение. Я его не забрал. Это не то. Еженедельное, ежедневное задание, событие. Дорожный конус. Что это такое? Перенесенная защита, шляпа, колпак. То есть, это в принципе можно одеть, я так понимаю. Здесь у нас с вами есть рапторы 26 уровня. Опасно, блин. Опасно, блин. Бежим отсюда. Ладно, секундочку, подожди, начать бой. Во, хорошо. Почему-то там были заблокированы все умения. Че это за щелкание здесь происходит, я не понимаю. Это какой-то ремонт или что? Ну-ка, сильный удар. Не попал. Хорошо. Давай, перекат. Чего нет-то? Ладно, я сейчас не очень понял. Раптор оглушен. Я думаю, что его можно будет приручить. Просто мы пока что не умеем. Соберем с него мясо. А, нам как раз забой нужно сделать. Точно, мясо, кожу сейчас соберем. Но правда, мне этого сейчас не хватит. Мне нужно забить еще одного раптора. Но они здесь 26 уровня, ты представляешь? Ну что, здесь еще рапторы где-нибудь есть? Вон как раз. Согреться? Иди сюда. Было бы прикольно, если бы можно было бы его как-то подманить. Потому что я сейчас боюсь, что если я его атакану... Давай за мной. Хорош, хорош, давай сюда. То нападут все подряд. Не знаю, честно говоря. Ну-ка, у нас 245 здоровья, обалдеть. Хорош, отлично. Перекат. Молодчина. 19 уровень защита. Давай, бей, 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 сильным ударом его. Хорош. Там еще один идет. Главное, чтобы не согрелся. У нас вообще не заметил. И давай сильным вот этим. Есть, шикарно. Надо валить отсюда. Собираем кожу. Все, отлично. Выполнили забой. Давайте-ка валить отсюда, потому что нас сейчас с вами здесь просто-напросто съедят. Летим обратно в лагерь, нужно подлечиться. Вау, вот это сейчас было жестоко. Я себе хочу раптора на самом деле. Так, у нас с вами выполнилось задание, связанное как раз... Секундочку, вот здесь. Ежедневка с забоем. А могу ли я, например, где-нибудь на рынке купить? Да смотрите, купить. Вот, протокаша. То есть мы с вами можем купить протокашу, наконец-то. Вот, смотри. И она здесь 24 уровня. Вы приобрели предмет. И это засчиталось нас с вами за выполнение задания, то есть не нужно ничего здесь собирать. Возможно, именно это и задумывалось, чтобы я купил эту долбанную протокашу. И мы сейчас должны получить... Не получили мы с вами уровень, но если заходим все-таки в ежедневки, прожимаем вот это добро, 641 опыта, и получаем, наконец-то, 30 уровень. И забавно, Раптор 26-го мне такого жару задавал на самом деле. Какие достижения у нас с тобой? Достигните 30 уровня. 2500. Достигните 30 уровня в рукопашке. Отлично. В навыке сбора. Костяная лопата, костяная кирка. Слушайте, ну неплохо. Поохотитесь на 50 животных, соберите 20 бревен. Ну, то есть это тоже будет давать в небольшом количестве как раз монеты. Мир кажется для тебя слишком большим. Сделай его немного проще, присоединившись к другим первопроходцам. Потом, на цивилизованном острове. Успеется. Я к кланам перейду чуть-чуть попозднее, потому что вообще мы еще будем смотреть, будем ли мы эту игру долго снимать или нет. Потому что все зависит на самом деле от просмотров и от зрителей. А, точно, я вспомнил. У меня вот здесь основные охотничьи приемы выполнены. То есть нужно было выучить все вот как раз умения в рукопашном бою. Соответственно, что нам за это дадут? Основные охотничьи приемы. Предмет каменный нож, одежда из коры уровень 15. Куда это положилось? Скажите мне, это положилось в инвентарь или что? Укрепили уровень доверия с ним. Ну-ка. Да, вот. То есть теперь можно это снарядить. Я бы хотел на самом деле научиться делать получше оружие. Давайте сейчас с вами перейдем в навыки. Потому что там по любасику что-то разблокировалось. Сбор, рукопашный бой. Кстати, сбор. Выберите навык. У нас всего 63 СП. То есть нужно быть очень аккуратным. Можно собирать грибы. Ну ладно, пока что здесь ничего не будем. Древесный сок, основы сбора. Сбор растений. Плюс 4. Давайте не будем пока что здесь ничего изучать. Это как бы немножко потом. Хорошо, проехали. Потому что слишком мало навыков. А вот рукопашный бой мы с вами затронем. То есть у нас с вами есть специализация оружия ближнего боя. Мастерство сейчас должно быть вот молотами, дробящего оружия. Это обязательно берем. Дальше. Боевая стойка. Стойка атаки 4. Ну давайте ее выучим. И стойки берсерка.
и двуручное действие. А здесь нужен уровень 35, чтобы дальше продвинуться хорошо. И выживание. Естественно, выживание 30 уровень нам с вами дает, секундочку, приручение динозавров, ловля боевых двуногих динозавров, а это раптор, снежный целофис и целофис, окей. Самое главное, что можно приручить эти раптора, то сейчас с вами как раз отправимся это делать. И здесь это автоматически, навыки разведки. Я так понимаю, что это просто нам максимальную энергию повышает, повышает скрытность. Это на самом деле не так интересно. Плюс, изготовьте инструменты на цивилизованном острове, но это типа вообще ерунда. Давайте сделаем инструменты, что-нибудь, деревянные гарпуны, 3 штуки. Раз, два, три. Секундочку, три. Заполнить автоматически, изготовить. Но просто это ежедневка, которая очень быстро даст большое количество опыта. А, так тут еще разные есть задания. Есть вот это задание, где 5. Инструменты на цивилизованном острове. И мы с вами сейчас находимся на диком. То есть таким образом мы с вами сейчас очень неплохо прокачались. Достижение: завершите курс руководства по карьере. Слушайте, сколько здесь этих фишек, они что, издеваются, что ли? Здесь можно забрать кристаллы, самоцветы переноса, плюс... там еще не все собрано. Достижение: начать руководство следующее, еще камни. Все, все, ребята, успокоились. Хватит закидывать меня всяким добром. Вот это все нужно на самом деле скинуть, потому что это все просто так занимает место в кармане. Нет, переместить не надо, просто с тобой это выбрасываем. Просто выбросить, да. Все, окей. Немножко разгрузились, самую малость. Это я могу съесть? И предлагаю отправляться приручать раптора. Как раз мы с вами нашли 26 уровня. Я думаю, что сейчас никаких проблем с этим не возникнет. Но, может быть, не с первого раза получится. Но самое главное, что мы отличились. 700 здоровья, дофига выносливости. Блин, на самом деле игрушка действительно сложная вот в таких моментах. Потому что, когда натыкаешься на такие стаи рапторов, то есть, ну, ты ничего сделать не можешь. Они там втроем, вчетвером тебя спокойно могут заковырять. Да я думаю, даже вдвоем это могут сделать. Давай, слезаем. Может быть, его пока что уберем, чтобы он не мешался, да? А то, ну, типа, не дай бог отъедет. Давай вот так вот, раз, отпустить. Давай, беги. Завершите задание, охота на животных, сейчас сделаем. Баррикада. Что с этим можно сделать? Бетонные обломки, большие бетонные обломки. То есть отсюда можно добывать какие-то как раз строительные ресурсы, я понял. И вот здесь у нас с тобой как раз рапторы. Дружище. Давай сторонку, побежали. Иди сюда. В бой. Давай сильным вот этим. Фигово вышло. Уворот. Я понял тебя. Уворот в молоко ушел. Абсолютно бесполезно использовал. Ну давай, бей его. Мы получили укус. Вот теперь перекат. Хорош. Уклонились. Давай, 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 давай. Сильный удар. Нужно оглушить. Что ж такое-то, а? Перекат. Хорош. И он уклонился, ты представляешь? Жестокий какой, а? Хорош, отлично, оглушен. Приручай, я тебя умоляю, приручай, приручай, приручай. Не повезло, 30% шанс успеха, обалдеть. Жескач. Перекат, есть. Защита 20. У него тоже уклонение. Блин. Мы сейчас так проиграем. Ну нет, на самом деле, может быть, и не проиграем. Я поздно нажал. Вообще, на самом деле, сейчас зря нажал, получается. 83. Давай сильный удар. У нас 100 здоровья. Хорош. Кое-как, но забиваем. Фу. Блин, что они такие жесткие-то, а? И вот чего теперь делать? На самом деле, знаете, что мы можем сделать? Отойти в стороночку. Если не ошибаюсь, мы можем выбрать как раз строительство. Где это у нас? Отдых, укрытие, костер. Построить. Вот здесь вот можем разместить, окей. Есть. Заполнить автоматически, построить. На самом деле там есть костры, я так понимаю, что люди это как раз строили. И просто хороший отдых. Садимся отдыхать, таким образом у нас с вами будет восстанавливаться быстрее здоровье, если я все правильно понимаю. Ну и просто нужно посидеть и немножко полечиться. Я так понимаю, что все-таки есть какая-то еда, которая все-таки восстанавливает здоровье. То есть, например, где она была? Вот эта курица. Восстановление здоровья 30%, сытость 20%, усталость минус 100%. Но она типа дорогая. Здесь энергия сытости, это пластиковые пакеты, неинтересно. Это ремонт, это удобрение. Травяной чай восстанавливает здоровье. Давайте выпьем. Пускай чуть быстрее сейчас восстанавливается. Окей. И продолжаем отдыхать. Я решил на самом деле поставить два костра. Просто для того, чтобы выполнить ежедневку. Секундочку, вы что, издеваетесь? Походитесь на велосирапторов, получите 5 очков. 50 животных. Хорошо. 20 уровень навыка защиты. Получаем еще один чай.
Здесь пока что все. Ежедневка на 160... Нет, на 64 опыта 169 монет. Хорошо, договорились. 8, 12, 16 заданий. Приготовьте еду 10 раз. Земледелие 10 раз. Кстати, а разве вот копание в торфе это не земледелие? Ну, видимо, нет, ладно. Плюс получил я здесь костюмы вот такие. Я так понимаю, что это просто... Ну, о, прикольно. Я типа раптором стал или кем там. Я так понимаю, что это просто скин. Соответственно, как я и сказал, нам с вами всю эту еду нужно выкинуть, потому что ее просто бешеное количество. Она мне абсолютно точно не нужна в таком количестве. Давайте все это быстренько скидываем. Ну что, я отдохнул, отличился. Мы с вами можем попытаться еще раз поохотиться на раптора. Погнали. Попытаемся на него напасть неожиданно. Неожиданно не получилось. Но получилось хорошо пробить сходу. Давай еще разик. Шикарно, падает без сил. Пожалуйста, давай, приручай его, пожалуйста. Есть. У нас с вами появляется раптор. Вот так вот просто, животное поймано, шикарно. То есть теперь можно возвращаться домой. Полетели к точке маршрута. И теперь можно, блин, как мне хочется купить себе этого лабрадора. Что там такое? Подожди, отстань от меня. Я хочу лабрадора купить. Отстань, пожалуйста, не забудь установить червоточину, ладно. Приобрести его можно за сотню вот какой-то такой валюты. А сотня валюты стоит, требуется 100. 105 монет дюранга плюс чего? Приобрести, как я могу это приобрести? За счет чего? За счет доната, да? То есть, соответственно, это нужно нажать здесь. 330 стоит 2000 рублей. 105 стоит 699. У меня тут кто-то по-прежнему караулит. Нила какая-то. Нила, не обижайся, я записываю выпуски, у меня очень мало времени. И я не могу просто так поболтать. Секундочку, мы с вами возвращаемся, знаете куда? В магазин мы с вами возвращаемся, в этот самый, как его... Нет, это рынок, это не то. Ладно, секундочку, давайте сейчас в первую очередь все-таки поставим сюда выводиться, ну, чтобы гораздо быстрее все это дело протекло. Выводиться поставим сюда раптора. Окей. Я надеюсь, что все будет хорошо, но он выводиться будет 3 часа, обалдеть. 3 часа, ты сейчас шутишь? Ты сейчас шутишь? 3 часа? Серьезно, что ли? Я могу сейчас скинуть куда-нибудь вот сюда хоть что-нибудь? Ну-ка, посмотреть содержимое. Да, здесь вообще пусто, то есть я хотел бы сюда переложить какой-нибудь компсогнат или еще что-то такое. То есть вот эти вот вещи сюда можно перекинуть? Нет, нельзя. Я тебя понял, это мокроухие, не 21-е, причем я бы ее на самом деле выкинул. Давайте, как, секундочку, почему она не отмечается? Потому что, видимо, сюда перекладывать нельзя. Да, я тебя понял, самодельная лопата оставим. Немножко камней сюда перекинем, немножко вот этих вот пучков листьев, потому что... Они мне абсолютно точно не нужны, переместить в корзину. Пучки листьев, если не ошибаюсь, используются в строительстве как раз хижины или еще где-то там. Соответственно, мы с вами чуть-чуть капельку хотя бы разгрузились. Это я могу съесть? Ну ладно, потом, бог с ним, потом съем. Так, я хотел бы... Мне тут какой-то подарок оставили, мне говорили. Ну-ка забрать. Что там такое внутри? Пойман зебрацератопс. Нет, спасибо, ребят, не нужно. Ну, то есть, серьезно, не нужно. У нас с вами уже вон раптор как раз. Я все-таки хочу посмотреть, как мне приобрести вот эти монетки. Монета дюранга. Перезарядить. Я сюда нажимаю. А, вот теперь появляется, просто до этого не появлялось. Теперь мы с вами можем это отсюда забрать, я так понимаю, после открытия 210. Почему? Там было написано 105. Может быть, из-за того, что это первая покупка, какой-то бонус, я не знаю. И я так понимаю, что здесь вообще трындец творится с донатом. То есть здесь огромное количество всяких разных штук для твоего дома. Например... Посылка с бревенчатым домиком, бревенчатый дом, всего 4 на 3, помещение 3 на 3, камин, кресло-качалка, представляете? Здесь что, посылки быстрого повышения, ну то есть, понятно, это можно прокачиваться, животные, слон, африканский слон, черный лабрадор, я вот лабрадора хочу просто, чтобы был верный и любвеобильный черный лабрадор, обладающий несколькими особыми способностями, особое поведение... Снижает усталость игрока своим умильностью. Дальше что у нас? Восстанавливает жизненную силу. Облизывает игрока и очищает его. И повышает скорость восстановления выносливости в бою. Слушайте, а это прикольно. Я себе хочу такую псину, давайте приобретем. Это действительно классно, получаем его. А вот он теперь навсегда становится моим? Нет, срок службы 60 дней на 2 месяца. 2 месяца. Атака 68, защита 130, сумка 100, максимальное здоровье 256, то есть он еще и быстрый, у него скорость неплохая. Он получился грейда А, где он? Секундочку, я могу его призвать? Я так понимаю, что он должен быть
просто где-то в животных, но он должен быть специальным животным, а вираптор макроухине не могу, потому что слишком много из животных. Соответственно, нам с вами нужно кого-то отпустить, и это, скорее всего, будет макроухине, потому что я наименее к ней привязан, а, ну, тем более она самая простенькая, да еще и грейд C получился, а он у нас получился грейда А, плюс у нас какая-то еда омоложения, омолаживающее средство для животных, 60 дней, уровень 60, я не знаю, что она делает, но если не ошибаюсь, здесь у животных есть старение, и, соответственно, когда они становятся старыми, они не могут сражаться за тебя. Но теперь у нас с вами появляется вот такой вот пёся. Ездить на нем нельзя, он может нам просто помогать в бою, будет за нами следовать. И вообще он очень классный. Я могу его как-нибудь погладить или еще что-нибудь изменить имя, отклонить, покормить. Кстати, предлагайте для этого лабрадора имя в комментариях. Я, наверное, выберу, знаете, какое, которое наберет больше всего лайков. То есть вы сами выберете для него имя. Не так, чтобы я мучился и пытался из сотен комментариев выбрать имя. А вы, пожалуйста, выберите, которое вам больше всего нравится в комментариях, поставьте под этим комментарием лайк, и именно это имя будет дано этому лабрадору. Но я думаю, что так будет честнее всего. На этом пока что все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. В следующем выпуске у нас с вами появится раптор, и мы с вами отправимся исследовать новые острова. Так что не забывайте подписываться. Удачи, друзья, пока. Увидимся в нем.